Начинающий бизнес-коуч Азамат Талхин в ночь на понедельник устроил дрифт с салютом на своей новенькой BMW по улицам родной Уфы. Несанкционированный дрифт закончился довольно-таки предсказуемо. Азамат получил легкие ранения, его пассажиры отделались легким испугом. А вот новенькая бэха, возможно, восстановлению не подлежит. Так же, как и протараненный забор, на фоне которого бизнес-коуч записал обращение к подписчикам, в котором сообщил, что его ждет суд и лишение прав. Гаишники приехали очень быстро, машину увезли. Меня ждет административка, лишение, суд и... По поводу восстановления, я не знаю, завтра выясню, подлежит ли восстановлению и сколько это будет стоить. Все. Коуч признался, что все 3 месяца езды на этой самой машине больше всего боялся попасть на ней в аварию. Я купил эту машину 3 месяца назад, и больше всего я боялся въехать куда-нибудь. И это случилось. Я думал, что за 3 месяца я обуздал все эти силы, научился, но оказалось это не так. Я не удержал эту машину. Честно говоря, изучив соцсети Азамата, кроме того, что он аж в 16 уже начал свой бизнес, еще можно заметить, что он много лихачил на этой самой BMW. Сегодня утром Азамат написал, что ночью был в шоковом состоянии, но сейчас уже все осознал, и ему очень грустно. Но от лишения прав это его вряд ли спасет.